Прежде когда вот сегодня про смену резины. Спрашивайте, пора менять резину, не пора. Вот пацаны, которые со мной общаются, меня лично знают, тоже еще тут. Пора, не пора. Я иду со двора. Резина меняется при средней суточной температуре плюс 5 градусов. До плюс 5 градусов летняя резина полноценно не работает. Как узнать, какая у вас температура? Например, у нас сейчас днем вот плюс 11, ночью у нас минус 2. Автоматически у нас не может быть средней суточной температуры плюс 5, будет максимум плюс 1. Но если вы катаетесь только в дневное время суток, то теоретически вы уже можете менять на летнюю резину спокойно. Но если у вас возможны будут выезды в ночь там, или какой-нибудь другой регион, то лучше повременить, потому что пока у вас ночью не будет стабильно хотя бы плюс 2 градуса, а лучше плюс 5, резину полноценно менять не стоит. И, например, такая ситуация, например, у вас, как у меня во дворе, у меня двор теневой, и у меня во дворе еще много льда осталось. И один комбо, ну ладно, в этом году зима у нас не зимняя, но когда зима была зимняя, у нас плохо убирали снег, и все, кто тогда и раньше времени переобулись, потом постоянно мучились у нас вот во льду, скользили, даже были случаи ДТП, когда машина парковалась, она скатывалась и билась среди машин. Но если у вас тепло, я говорю уже еще раз, ночью плюс 3, плюс 2, если плюс 5, тем более, все, смело меняем, резина будет работать полноценно. А те, которые любят кататься на зимней резине подольше, знаете, что зимняя резина не страдает примерно до плюс 10 градусов, потом начинается ее интенсивный износ. И что лучше, зимняя резина на шипах, даже в начале зимы, или летняя резина без шипов, вы увидите в моем ролике, посмотрите ролик на канале про этот случай. А так, все рассказал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до свидания.